Люси, человек особенный, абсолютно не такой человек, как мы все. Да, да. Примерно год назад с Люси произошло ужасное. Они с отцом ездили на побережье за ананасом. Сломал пару ребер, а Люси получила мозговую травму. Кратковременной памяти нет. Что? А она не помнит ничего? Нет, 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 нет. У нее долговременная память. Тут неповрежденная. Что было до того, как случилась авария, она помнит. Но не запоминает новую информацию. Она как бы стирается из памяти, когда Люси засыпает. Похоже на телегу, которую я прогнал бы девице, чтобы она отвязалась от меня. Это что, телега? Зачем мне врать? Скажи сам, что вы с ней познакомились, она и не помнит. Она мне говорила про ананас. Каждый день говорит. Проснувшись поутру, она думает, что на дворе сейчас октябрь прошлого года. Завтракает здесь, так у нее заведено по воскресеньям. 13 октября, воскресенье. Она не в курсе, что уже прошел целый год. Газета в руках была? Да, особый выпуск, что ее отец всегда кладет на крыльцо. Он вышел в день аварии. Марлин напечатал сотни штук. Люси изо дня в день так живет.